Всем привет, с вами Прия. Сегодня во время дневного стрима пришло извещение из почты о том, что наконец-то пришла кофта по партнерской программе Дискорда. Собственно, вот мой пакет, 440 грамм, такой вот, грязный немножко. Ну ладно, без разницы. Вот, пришло время его вскрыть, конечно же. Так, я поверну его вот этой частью для себя и вскрою пакет, потому что тут всякие адреса, все вот это прочее. Вам это не особо-то нужно знать, если честно. Думаю, вы и без этой информации прекрасно живете. Поехали. Так будет намного быстрее, чем каким-то там канцелярским маленьким ножичком резать, конечно, придумал тоже. Прекрасно, пришло время достать ее. На первое ощущение она уже очень мягкая. Прямо бомбезно насколько. Символика Дискорда. По-моему, она будет на плече. Ну и, конечно же, надо ее надеть. Но перед тем, как ее надеть, стоит все-таки показать, что со спины. А, какая тут интересная вещь сделана. Видно ее? Да, ее видно, то есть на всю спину. Также на левом рукаве баджик, Дискорд-партнер. И получается, вот она самая основная символика, которую я уже показал ранее. Да, ее, конечно, можно было бы надеть поверх, но я решил надеть ее именно так. Вполне неплохая, удобная, хорошая, рукава классные, ткань мягкая. Я доволен, есть чем осенью такой ранней походить, так как кофты в основном в текущий момент тяжелые у меня, а тяжелые кофты ранней осенью все-таки еще как-то немножко носить жарковато. Ну, прекрасно, я доволен. Стримить в ней, конечно, летом будет немножко таким испытанием огромным, но делать я этого не буду. Все-таки самые обычные рубашки еще есть, и они очень хороши, только шерсть на них липнет удачно, весьма. Всех вам благ, счастья, здоровья, берегите ноги, до скорого.